Повертаючись до проблеми іпотеки, мені цікаво, що повинно статися в Україні для того, щоб банки почали кредитувати принаймні під 10%? І взагалі, де взяти гроші на розвиток малого та середнього бізнесу? На всі ці та інші питання відповість, напевне, сьогодні моя гостя, голова правління комерційного банку Юлія Фролова, і вже за мить я зустріну її в цій студії. Юлія Фролова, банкір, закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». Працює в банківському секторі з 2001 року. З 2018-го заступила на посаду голови правління комерційного банку, який увійшов до топ-30 провідних фінансових установ країни. Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2019» в номінації «Фінансист року». Отже, пані Юлю, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що завітали. Сьогодні говоримо про найболючішу тему, наприклад, для мене особисто, про кредити говоримо. Давайте почнемо, напевно, з найголовнішого питання для наших бізнесменів. Скажіть, будь ласка, де взяти сьогодні гроші на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, якщо ми говоримо за 2020 рік? Я всіх вітаю в цій студії і... Конечно же, как представитель, как руководитель финансового учреждения, прежде всего, конечно, скажу, обращайтесь в банки. Когда мы услышали все о президентских инициативах, о программе «Повертайся и залишайся», каждый из нас, наверное, прокрутил в голове несколько бизнес-планов, чтобы реализовать ту идею, которая не давала успокоиться предпринимательскому духу. Но следует обратить внимание на то, что среди опрошенных предпринимателей в четвертом квартале 2019 года Национальным банком 70% из них обратили внимание, что высокие ставки являются основной причиной, по которым они так и не обратились за кредитом. Вторым немаловажным фактором является отсутствие необходимого обеспечения. Поэтому... В сложившейся ситуации следует отметить, что процентные ставки – это не только стоимость ресурсов, привлекаемых банками, это еще и премия за риск. Что такое малый и средний бизнес? Это предприятия, которые имеют в своем штате 250 сотрудников, выручка которых составляет 250 миллионов в год. Малые предприятия – это еще меньше, с объемом выручки 50 миллионов в год и количеством сотрудников 50 человек. Микробизнесы – это фермеры, фопники, предприниматели-единщики. Соответственно, чем отличается, чем характеризуется малый и средний бизнес? Малый и средний бизнес – это прежде всего инновации, это быстрая переориентация конъюнктуры рынка, но это также дефицит оборотного капитала, зависимость от финансирования, подверженность рискам. Соответственно, количество банкротств в этом секторе значительно. В условиях жесткой монетарной политики, которая проводилась Национальным банком последние несколько лет, банковскому сообществу были предоставлены альтернативные инструменты размещения капитала. Это прежде всего облигации внутреннего государственного займа и депозитные сертификаты, которые позволяли банкирам получать значительный доход, достаточный, при гораздо низких рисках, чем реальный сектор. Соответственно, многие этим инструментом и пользовались. Но кто, как не украинские банки, акционеры банков с украинским капиталом, понимают, что банки – это прежде всего кредитный инструмент, который позволяет вырастить своего клиента, финансируя его, получить в будущем финансово устойчивое предприятие и надежного партнера на долгие годы. Банки с украинским капиталом сами являются участниками этого рынка, как никто другой понимают его условия, понимают ситуацию, которая сложилась в рынке, и сами подвержены тем же самым процессам, которые его клиенты. Поэтому искать финансирование, обращаться за кредитами нужно в банки с украинским капиталом. Зрозуміло. Пані Юлю, ви сьогодні згадали про те, що люди бояться брати кредити через високу процентну ставку. Також ви згадали сьогодні за програму, анонсовану нашим президентом, яка називається там «Залишайся та повертайся». І там були анонсовані відсотки 5, 7, 9 відсотків, там в залежності від різних умов. Програма запрацює з 1 лютого, якщо я не помиляюся. Що думаєте з приводу цієї програми?
Эта программа, инициатива поддержать предпринимателей путем удешевления займов, является как никогда насущной. В связи с тем, что не всегда монетарная политика, проводимая государственными органами, успевает за бизнес-конъюнктурой. И, соответственно, то, что мы наблюдаем последний год, 19-й, снижение стремительной учетной ставки, не позволяет банкам быстро переориентироваться, удешевить свою ресурсную базу и активно отозваться на потребности рынка. А рынок у нас однозначно недокредитован. Уровень проникновения кредитами в малый и средний бизнес составляет не более 15%, при том, что в Европе этот показатель свыше 50%. Соответственно, потенциал и емкость рынка значительный. И мы все с вами знаем, какие уровень жизни в европейских странах, странах развитой экономикой. И во многом это благодаря развитию малых и средних предприятий, которые являются, позволяют создать структурную экономику, не зависящую только крупные предприятия, домохозяйства, а вырастить квалифицированный средний класс. Программа 5-7-9 призвана удешевить, призвана сделать доступными для сегмента высокорискового, а это мы говорим о малых предприятиях, о стартапах, которые тоже включены в программную линейку, и сделать эти кредиты доступными для заемщиков. Потому что финансовая ставка, которая действовала в 2019 году в районе 20%, позволяет, рассчитывает предприниматель окупить свои вложения на протяжении 10 лет. А это очень большой срок. Вы особисто поддерживаете эту программу? Она реальна? Конечно. Я думаю, она позволит запустить экономические процессы в стране. Позволит оживить бизнес-активность, прежде всего, среди молодежи. Дивіться, у нас є традиційне запитання від наших глядачів. Я його зачитаю. Запитання наступне. Станом на 4 грудня середня ефективна ставка кредитів на розвиток становила приблизно 22,5%. Навіть якщо всі кредити будуть видавати за найвищою ставкою, державі доведеться компенсувати за кожним кредитом близько 13% річних. Питання, звідки Кабмін візьме гроші на реалізацію такої програми? Программой поддержки предпринимательства предусмотрена организация фонда гарантирования предпринимательства. Этот фонд получил 2 миллиарда гривен уже для удешевления кредитов от следующего фонда, фонда гарантирования вкладов физических лиц. Что позволяет такой размер поддержки? Размер поддержки предусматривает возможность получения 15 миллиардов заимствований. При нормативном значении размера кредита сейчас 1,5 миллиона, это порядка 10 тысяч заемщиков. При этом процентная ставка, предусмотренная программа, она плавающая. Она зависит от ставки ЮИР, это своеобразный маркет, показатель рынка украинского. Он рассчитывается на горизонте 12 месяцев, и базой его расчета является стоимость ресурсов в украинской гривне. По состоянию на 2 марта это нормативное значение снизилось, составляет 12,42, и поэтому при нормативных значениях 1,2-1,3 предусмотренной программы размера процентных ставок, максимальный процент, по которому банк будет выдавать кредиты, будет составлять 16,4%. А при заложенных компенсаций из бюджета необходимо будет выделить от 6 до 10%, то есть уже меньше, чем 13%. При этом я хочу отметить, что эта программа не только про компенсацию процентной ставки, не только затратный механизм для бюджета. Это, прежде всего, впервые активизированный гарантийный инструмент. Что такое гарантийный инструмент? Это государство дает банкам гарантию возвратности кредитов, получаемых предпринимателями. При этом размер гарантии составляет от 50% для действующего бизнеса до 70%, до 80% для стартапов. Такой инструмент позволит банкам значительно удешевить свои затраты на формирование резервов под
покрытие кредитных рисков при оценке кредитов, уровень которых еще сохраняется значительный после пережившихся кризисов нашей экономики. Дивіться, юридичні моменти більш-менш для мене стали зрозумілі. Давайте поговоримо тепер про самі кредити. Взагалі, на що можна взяти кредит для бізнесу? Є якісь параметри? От на це можна взяти кредит, а на це не можна. Що стосується взагалі банківського кредитування, то, звісно, кредит – це, прежде всего, цель. И банки со значительным опытом, кредитные эксперты всегда большое внимание уделяют целевому использованию кредита. Кредиты можно взять на пополнение оборотных средств, на модернизацию, покупку оборудования, на развитие коммерческой техники, спецтехники, на покупку тракторов, комбайнов, все, что касается модернизации основных фондов. Также на строительство, реструктурирование и покупку коммерческой недвижимости. Что касается программы 579, она ограничила немного целевое использование, предусматриваются только инвестиционные цели получения кредитов. То есть купить товары с целью перепродажи невозможно, пользуясь этой программой. Но зато возможно купить оборудование, отремонтировать помещение, купить необходимые транспортные средства, может, спецтехнику, которая используется в бизнес-процессе предприятия. Также по учету, с учетом заявок, которые уже поступают к банкам-участникам этой программы, я надеюсь, кабинет министров внесет также возможность покупать коммерческую недвижимость. Потому что размеры 1,5, но анонсировано еще увеличение до 2 миллионов, позволит все-таки активизировать рынок кредитования прежде всего в районных центрах, небольших населенных пунктах. Потому что за такую сумму купить коммерческую недвижимость в столице и городах миллионников действительно невозможно. А вот как раз даст толчок развитию малых местечек, да, Украины, как раз там, где это необходимо. Скажите, пожалуйста, от чего зависит взагалі размер кредитования? Есть какие-то факторы? Будем тоже рассматривать это в двух плоскостях. Общая практика банковская и программа 579. Если говорить о банковском кредитовании, невозможно найти одного ответа, да, что вот размер залога или обеспечения влияет на размер кредита. Кредитные эксперты анализируют весь проект и особое внимание уделяют, конечно, финансовым коэффициентам, коэффициентам финансовой стабильности. Большое внимание я бы советовала руководителям малого и среднего бизнеса уделять такому показателю, как операционная прибыль, потому что много показателей сейчас рассчитываются на этом базисе. Это прибыль до налогообложения, которая вот и является основным коэффициентом, на который обращают внимание банкиры. Кроме того, приветствуется участие самого собственника, самого предприятия в проекте, будь то оборотный капитал, будь то основной капитал, в процентном соотношении 30-70. Тоже можно говорить и о программе 579. Основное внимание там уделяется прибыльной деятельности, если это существующее предприятие, и тоже участию в проекте самого предприятия. Для стартапов более жесткие требования – это 30%, для действующего бизнеса – 20%. Зрозуміло. Наостанок хочу задати вам запитання від себе, як від людини, яка далека від банківської сфери, яка далека від юридичних різних питань. Да? Програма 579, вона, на мій погляд, така вибіркова. Ви сказали, що можна взяти кошти там, на модернізацію там, підприємства, але не можна взяти кошти на те, щоб, наприклад, купити щось і продати. Запитання дуже просте від людини, яка от просто людина, громадянин України. Що потрібно статися в Україні, щоб банки почали кредитувати там, з невеликою ставкою, не з такою, як я зараз, яка зараз існує. Ну, наприклад, там, не більше 10%. Що повинно змінитися? То, что сейчас мы наблюдаем снижение учетной ставки, является только сигналом для рынка активизировать процессы кредитования. Без кредитных механизмов добиться устойчивого и быстрого роста экономики просто невозможно. Но учетная ставка – это не решение всех проблем. Кроме того, однозначно значительное внимание, особенно если
брать и малый, и средний бизнес, и физических лиц, нужно уделять налоговой политике, которая бы учитывала, давала возможность развивать бизнес, давала бы стимулы для развития бизнеса, уделять внимание валютной стабилизации. Ну и, конечно же, судебная реформа и реформа правоохранительных органов, которая призвана выполнять законодательные акты для защиты частной собственности. Это является основным инструментом стимулирования инвестиций в Украину. Хотелось бы отметить, что вот эта премия за риск, которую платят банки, которая находит отражение в процентных ставках, она связана с тем, что любой проблемный актив банк возвращает минимум 5 лет. Это 5 лет неработающий замороженные деньги, незаработанные доходы, не выплаченные проценты тем же вкладчикам. Притом возвратность 1 гривны, вложенной в Украине, составляет 7 копеек. При европейских нормах 50, а в таких странах, как Британия, Германия, 80 копеек. Это о чем свидетельствует? О верховенстве права, о защищенности как кредиторов, так и заемщиков и о стабильных государственных инструментах, которые регулируют финансовый рынок. І наостанок, вже останнє прям запитання. Користуючись просто можливістю, ви як представник банка, то в мене до вас таке болюче для мене запитання. Пан Гончарук в одному своєму інтерв'ю для журналістів сказав про те, що молодій сім'ї для того, щоб купити квартиру, треба, напевно, або торгувати грошами, зброєю, або наркотиками. Так от, коли банки почнуть давати нормальні якісь умови для купівлі житла в Україні молодим сім'ям, і що для цього треба зробити? Змінити закони чи когось поміняти? Еще треба зробити. Кроме перечисленных в предыдущих моих ответах проблемах, да, что касается ипотеки, необходимо добавить еще развитие рынка долгосрочных ресурсов. Это мы очень ожидаем от Национального банка проведения инициатив в этом направлении, потому что размер ипотеки – это несоизмерим ни с инвестиционным кредитом в бизнес, ни оборотным капиталом. Это 15-20 лет работы заемщика с финансовым учреждением. Поэтому без стабильной макроэкономической ситуации и доступа банкам к долгосрочному финансированию посредством Национального банка, используя инструменты рефинансирования, используя государственную ипотечную установку, невозможно запустить этот рынок. При этом банки, конечно, будут снижать процентные ставки, будут процентные ставки совсем другие, стоит ожидать на протяжении 2020 года, в том числе и по привлеченным, но длина привлеченных ресурсов остается еще достаточно короткая. При этом хочется отметить, что в Украине были программы, которые достаточно успешные. Я думаю, на этом этапе государственная поддержка как раз крайне необходима, потому что профиль заемщика – это все-таки молодежь, молодая семья, это тот потенциальный ресурс производственных сил, которые сейчас уезжают из страны, и наличие программы «Доступное житло», компенсирующее процентные ставки по аналогии с бизнесом, но даже и ниже, расширение социального жилья, строительства позволит возобновить этот рынок и перезапустить заново. Дякую вам за вичерпні відповіді, які ви сьогодні мені надали, на всі цікаві ті запитання, які мене цікавили, і наших глядачів. Наразі я вам дякую за цю розмову, але для вас є невеличкий сюрприз. Це подарунок від нашого партнера D8 Shopping Space, мультибрендинговий магазин люксового одягу та аксесуарів для створення бездоганного стилю. Це подарунок для вас. А наостанок нашого діалогу я приготував для вас 3 запитання. Це таке бліц-опитування. Я хотів би почути від вас дуже стислу, але дуже правдиву відповідь, якщо можна. Перше запитання. Яку найдорожчу подорож, в яку країну ви можете дозволити собі саме зараз? Ну, что касается путешествий, наверное, активных людей нет таких, которые бы не любили куда-то поехать. Но учитывая нашу теперешнюю ситуацию в Украине и в внешнем мире, все-таки я бы путешествовала внутри. Инсайт туризм бы рекомендовала. Одесса, Львов. Есть масса приятных мест. Сколько вы готовы вытратить?
Ну, есть же такой анекдот, что я же не олигарх, чтобы ехать в Буковель, поэтому цена там может варьироваться и несколько тысяч условных единиц. У меня подрастает сын, ему 11 лет, он очень Назови увлекается. Назови цифру, я все равно не стану. Увлекается Лего, мы с ним ездим, Леголенды, да, парки, вот были в Копенгагене, вот поездка на 5 дней обойдется 2000 евро. Тепер приймаю. Друге запитання, якщо може, також ще дуже стисло. Яка бізнес-ідея надихає вас якнайбільше? Зробити із банку Альянс, де я являюсь руководителем, мультиплицировати опыт клієнтського общения, тиммейта, банка в команді клієнтів на всі регіони України, зробити банківський сервіс доступним, прежде всього, для предпринимателей, для активних людей, де необхідні швидкі рішення і чіткі консультації. Вот диджитализация услуг для малого и среднего бизнеса тоже очень увлекательный процесс. Мы в начале пути, но хочется сделать стандартное обслуживание, сделать банк не только для физических лиц в смартфоне, но и для малого и среднего бизнеса. Это по плечу, и это сейчас очень даже насущный вопрос. Ну и третье блиц-запитание. Кто с гуру сетевого бизнеса вас надыхает как наибольше? Ну, что касается успехов ведущих бизнесменов, наверное, они уже реализовали свой опыт, и перенять это практически невозможно. Да, можно поучиться, почитать это как учебник, исторически уже, как историю успеха отдельно взятого человека. Меня больше вдохновляют те бизнесмены, которые работают в Украине. Я ежедневно на кредитном комитете слышу очень много успешных историй, очень много побед. И в наших условиях, поверьте, это настоящие герои. Они меня вдохновляют, более вдохновляют, чем, наверное, импортные звезды. Я сподіваюся, що і більшість наших громадян зовсім скоро будуть саме надихати наші українські бізнесмени. Сподіваюся, так воно і буде. Наразі вам дякую і побажаю вам гарного дня.